станет качаться, и можно будет дальше проходить. Значит, смотрите, мы красочки, конечно, сначала надо смочить водой. Вот они у меня вот здесь вот. Потому что если они не смочены водой, то они плохо набираются на кисть. Ну, надо, чтобы, конечно, прошло чуть-чуть время, чтобы они так пропитались, но у нас времени особо нету. И натюрморт я такой поставил простой, но он ясный по тонам. То есть получается светлое на темном, темное на светлом. И здесь полный градиент всех, в общем-то, тонов, начиная от белой драпировки. Вот здесь вот два светлых, тоже немножко разных пятна. Зеленые драпировки чуть-чуть по тону отличаются, бутылочка. Вот нам надо разобрать тонально по крупным большим пятнам, как это все работает. И я, пока еще бумага сырая, вот она у меня уже подсохла, значит, я ее могу еще немножко смочить, чтобы первый слой краски, он хорошо ложился, размывался. Я, надо учитывать, что акварель, она вот в несколько раз прям высветляется. И то есть то, что я сделаю довольно темным цветом, потом будет вообще почти белым смотреться. Вот этот момент надо учитывать. То есть, в отличие от масла, которое никак, ну, не меняется, акварель, она меняется очень сильно. Если даже я ошибся в цвете, там такой, вот этот там сильно ошибся в цвете, ничего страшного. Я хотя бы сделаю вот общую такую массу тональную. Если мне надо до белого дотереть, то я губку использую. Вот так. У меня получается прям нужный тон. Чуть-чуть там другого оттенка добавить, и вообще будет красота. Вытираю. Например, здесь надо чайничек, но он у меня еще будет прорабатываться. То есть даже уже просто красиво по нескольким большим пятнам это все. Уточняю. Палитра, конечно, еще не разогретая. Красок здесь еще не смешалось достаточное количество. Вот. Но я по ходу дела буду их смешивать. Начинаю я с фона, с больших соотношений тонов. Сначала, и в отличие от масла, когда маслом мы идем от более темных тонов более светлым, светлыми заканчиваем, то акварель у нас наоборот. Мы светлые делаем сначала, а к темным потихонечку идем и приближаемся. Вот. Поэтому... Все поэтапно. Я стараюсь заложить большие крупные пятна. Причем учитывая, что вот эта драпировка, например, которая вот здесь вот лежит, такая серовато-зеленая, да, она у нас не просто вся вот одного тона будет, да, а она будет, вертикальная часть, она обычно чуть темнее, чем горизонтальная. Вертикальная часть чуть темнее, чем горизонтальная. И это можно сразу в пятне, в тональном, сразу это отметить. Если у меня по цвету будет немножко отличаться, это, ну, в принципе, это не страшно. Главное, чтобы вот более крупные такие пятна, они, значит, складывались. То же самое и там, с другими драпировками. Даже белая, например, она кажется самая светлая, да, драпировка. Но если мы повнимательнее присмотримся, прищуримся очень сильно, то мы увидим, что вот эта белая драпировка, она темнее чуть-чуть, чем... Будьте здоровы. Чем вот эта вот бежевая драпировка, которая в реальности немножко темнее, чем белая. Но сейчас, если прищуриться, мы увидим, что на горизонтальной поверхности стола она немножко светлее. Ну, на самую капелючечку. Но это уже имеет значение здесь. Поэтому я делаю... Таким образом, я делаю... Я не вижу, что у нас светлее. А вы прищуритесь очень сильно. Да, очень я... сильно прищуритесь, вы увидите. Когда вы смотрите... А, да. Угу. Когда вы смотрите открытыми глазами, ну, полностью открытыми глазами, у вас отключается тональное видение. Вы видите цвет. Но когда вы глаза очень сильно прищуриваете, у вас включается ночное так называемое видение. Кошачье. Зрение, зрение, да, ночное зрение. У вас... Колбочки перестают работать и работают, колбочки, которые отвечают за цвет, перестают работать, включаются палочки, которые отвечают за тон.
Чего? Смотрели. Чего? Телефон у тебя будет. Защу. Так, ну ладно. Так, не отвлекаемся. И я, конечно, к этим местам еще вернусь, потому что, видите, они высветляться начинают очень быстро. Вот этот момент высветляется. Акварель, она сильно высветляется. И белую бутылку, боже мой, какое несчастье. Как я опростоволосился. Вы же потом отмоете? Да, все отмоется прекрасно совершенно. Я опять закладываю большую тональную плоскость вертикальной части и закладываю большую тональную плоскость горизонтальной, так, чтобы более светлый. Мне вот этот вот шаблон, который темный, светлый, да, он у меня должен сохраниться. Да это от этого, от кондиционера. Это вот сверху кондиционер дует. Вот, я могу уточнить по цветам, но смотрите, я никаким предметом не перехожу. Я пока утрясаю вот эти вот большие пятна. Я смотрю, насколько одно темнее, там светлее, чем другое, чтобы у меня вот эта ступенечка натюрмортика вот была. Уточняю все вот эти вот вещи. Все остальное потом, вот эти главные большие пятна. Смотрю, все меня устраивает. Ну, например, я могу... Здесь маленький кусочек светлой драпировки, вот для этого губка существует. Я могу прямо взять и до белого практически вытереть этой губкой, вот таким вот образом. И прямо вот все, у меня он получился уже готовая вот эта вот маленькая драпировочка, которая сюда вылезает. Кстати, у нее и цвет нормально сел, на удивление. Вот, значит, я могу ее особо сильно не трогать. Когда у меня большие пятна утрясены драпировок, ну, можно, в принципе, сюда поставить еще и бутылку, на самом деле, какая она там по тону будет. Она тоже довольно крупная по размеру, поэтому я ее сюда вот сразу поставлю. Она тональна. Да. Но она тонально практически попадает вот в драпировку, но чуть-чуть как будто темнее. Вот если очень сильно прищуриться, то можно увидеть, что она самую малость, вот это стекло, оно как будто, да. Но я вот могу лишний цвет убрать. Там еще темнее получается. Но вы всегда смотрите не в упор, а всегда смотрите немножко вскользь на цвет, и тогда вы увидите истинное его состояние. Кстати, можно высветлить, если нужно, но сейчас это не нужно, но у меня вот, видите, можно высветлить довольно, ну, хорошо. Вот я просто использую салфетку еще дополнительно и вытираю кисточку, и сухой кистью я могу по влажной бумаге очень быстро убрать нужный мне тон, ну, добиться, вернее, нужного тона. Вот у меня уже и бутылочка стоит, да? Угу. Вот это вот. Я не буду сейчас мелкие детали прорабатывать. Мне надо внедриться теперь вот сюда, дальше. Я могу на этом этапе добавить несколько там складок, которые присутствуют вот здесь вот более темные, чтобы показать рельеф драпировки на этом этапе. И у меня, например, темные складки идут вот сюда. Несколько пятнышек, все, у меня уже эффект того, что здесь драпировочка имеется, есть. А вот у этой драпировки, так как она светлее, у нее и складки будут тоже светлее. Поэтому вот если я сейчас взял чуть-чуть темнее, чем нужно, я могу уточнить этот тон, легонечко чуть более светлый его сделать. А на переднем плане, чтобы вот это не было плоской, да, я тоже могу взять и легонечко вот так вот несколько драпировочек. Просто их показать условно совершенно. Все, у меня общая форма готова. Теперь следующее. Я могу, конечно, сделать сначала чайник, но я думаю, если я сделаю чайник, а у меня там тарелка железная, миска такая сзади стоит, очень неудобно будет чайник обходить. Да. Поэтому я смотрю, вот у меня вот это место, вот здесь вот, оно, тарелка, оно светлее, как будто, да, чем дальняя драпировка. Значит, я могу просто кисточкой это место сначала отмыть,
чтобы у меня цвет ну, заиграл всеми, всем нужным оттенком. Чтобы сильно не перемешивал с зеленым. Хотя, в принципе, можно и на зеленый нанести. Но вот если я на немножко отмытый слой нанесу, у меня сразу как будто уже начинает попадать так, как нужно. Вот. Вот я сделал общее тональное пятно этой тарелочки. Я даже никакие детали пока в ней не вырисовываю. Но, в принципе, на этом этапе можно это сделать тоже. Ну, такие основные детальки, как, например, вот этот бортик. И я, посмотрите, вытираю кисточку с помощью салфетки, ну, довольно сухо, набираю сухую краску, и она, в принципе, у меня, ну, даже можно сначала этот бортик, вот который здесь, видите, присутствует, такой светленький, я могу его вымыть. Ну, не до конца, не до упора, не до белого. Кстати, кисточка до белого не отмывает. А вот губка, она практически отмывает до белого. Она, да, она очень такая вот хороший материал, который я могу где-то подчеркнуть, там нужные тени дать. Какие там присутствуют. И сразу у меня возникнет объем вот этой вот мисочки, которая... Если нужно, я смотрю, снизу она светлее. Она же вогнутая, углубление. Значит, я могу снизу практически одним движением дать вот этот... Чувствуете объемчик он сразу? И пошел вот этот вот... И даже я для бортика немножко небольшое местечко оставил. Вот, у меня там еще стоит синенький сосудик, ну, я не знаю, можно его, в принципе, сделать тоже, потому что он, мы как бы начинаем картину из глубины, вы заметили, да? Да. Из глубины начинаем ее делать. Но, в принципе, так же, как и масляная живопись, по большому счету. Ну, вот здесь такое красивое место получилось, я думаю, ну, сдвину-ка я этот кувшинчик, вот. Он довольно темный, поэтому я под него место не отмываю. Понимаете, да, какая штука? Можно, конечно, вообще, на самом деле, по-хорошему, надо сначала падающую тень делать, потому что очень неудобно потом подводить. То есть вы сначала падающую тень сделали, а потом сверху этот предметик на нее положили. И она уже у вас автоматически из-под предмета как будто выходит вот отсюда. То, что я смочил бумагу с двух сторон, мне помогает то, что вот она долго остается сырая, и по ней краска не жестко ложится, она как бы расплывается. Вот. И тут же я могу, например, сухой кисточкой объемчик слегка дать, вот высветлить с нужной стороны освещенницы, да, сделать вот таким образом. Сделать острием кисточки освещенницы на краешке предмета. Ничего себе. Вот. Сразу, да? Да, то есть я, посмотрите, я никогда не иду вот от мелких деталей. Я всегда начинаю от больших локальных вот форм. Вот. То есть мелкие детали это на первом этапе это вред. Я не пытаюсь, кстати, доделать эту вазочку, ну, до упора. Я как бы ее в общем и целом беру. Учитывая еще то, что она как будто там в глубине находится, сильно проработанная, она, ну, быть особо не должна. Что-то я пока еще в этих, Лен, ваших красках не могу. Не все попадаю не в те цвета. Ну, ладно, сейчас я приноравлюсь. Ну, вот как-то так. Это какие краски? Те же самые. Да? Да. Я имею в виду. Ну ладно, оставлю так, как будто у меня чуть-чуть я светловато сделал вот это вот. Можно немного чуть потемнее сделать. Так, то есть я смотрю, как предмет по тону играет со всеми другими предметами. Если я слишком пересветлил, я могу его подтемнить быстренько. Но он у меня вот сидит сейчас по тону, нормально, все, значит, хорошо. А я его... Блики как делать? Блики не сейчас. А, ну я понимаю, но краска... Да, нет, ну, можно вытирать. Пускай он немножко подсохнет, потому что если я сейчас буду вытирать здесь блик, он у меня втянет всю краску вокруг, которая... Понятно. Мне надо, чтобы он чуть подсох. Я могу блик вот на вот этой вот бутылочке сделать, но лучше всего... ну, самый блик, это потом вообще можно его процарапать, на самом деле.
Лучше всего вот я вот верхушечку чуть где-то более темненькую сделаю. То есть на самом деле здесь надо очень быстро по всей работе бегать, что называется, и успевать, пока краска еще не высохла, везде подхватить и добавить там какие-то элементы. То есть я и тут могу делать, и в другом месте делаю. Вот. Вот так вот. Смотрю, там горлышко как будто чуть потемнее. Но не настолько темнее, как я сделал. Видите, у меня что с рукой творится? Я здесь уже... Можно, Лена, извините, туда? Ой, брызнул. Ну ладно, пускай будет. Это я могу убрать, в принципе. Ну вот у меня размазалось чуть вот это вот горлышко. Я могу, если что, тоже фоном подработать, там тоньше сделать, да, какие-то элементы. Но я смотрю очень аккуратно, потому что если я начну, например, здесь опять темным прорабатывать, у меня вот эти вот места, которым я тоньше делал, они у меня начнут перетекать краска сюда. То есть если у меня фон мокрый, то если я поставлю мазок здесь, он у меня растечется до мокрых границ. Поэтому я лучше пока эту бутылочку оставлю. Я ее немножко горлышко затонировал. И у меня остается чайник, который мне надо будет как-то отмывать. Кисточкой неудобно, потому что кисточка полностью не отмывает. А губкой я могу... Так, я ее отжимаю немного. Я ее могу... Но здесь тоже тереть слишком сильно нельзя, потому бумага что не махрится, бумага, да, она может, ну, хорошая бумага, она выдерживает, в принципе. Mm-hmm. Бумага, которая похуже качества, она будет просто вот, ну, дыркой через какое-то время. И собираться в гармошку. Ну, нет, в гармошку она не будет собираться, потому что мы приклеили сейчас эту всю работу. Нет, я имею в виду, ну, как бы эти стружки появляться, вытираться до дырки. А, скатываться. Ну, да. И вот я, смотрите, я губкой размачиваю вот этот элемент, который мне нужно делать. Я его размачиваю, а потом собираю сухой губкой излишнюю краску, которая здесь. И у меня получается, да, прям можно до белого дойти, до такого цвета, который нужен. А? И, кстати... Губка, она впитывает лишнюю влагу, и теперь, в принципе, вот это место, которое, с которым мне нужно работать, оно не слишком мокрое для дальнейших действий. Ну да. Кстати, если у него есть носик, там ручка, я могу сразу это... Ну, здесь уже придется кистью, потому что у губки она все-таки более толстая. Ну, дают. Сотрёт много. Ну, да. Есть такие спонжики с этими острыми. Да, можно. Можно, можно поролоном таким жестким тоже для таких вот вещей. Но в принципе сейчас и кистью, видите, в принципе срабатывает. Конечно, губка, она отмывает сильнее. Губка, она отмывает сильнее. Он же в тени, так что нормально. Носик-то в тени. Да. Я, кстати, сначала делаю предмет, ну, плоским, просто по тону, чтобы он у меня занял свою позицию в натюрморте, в общем и целом. И потом начинаю двигаться уже к более темным элементам. Мне нужно, чтобы подсохло слегка, и я могу перейти к другим элементам, которые мне нужно доделать. Например, у бутылочки я могу сделать подфоночек под будущий блик. То есть блик, он не ставится прям сразу на пустое место, а под него нужна подсветочка, да, такая. Чтобы предмет, он должен получить сначала объем, предмет он получает объем, а потом мы его бликом только усиливаем. То есть вот я объем создаю с помощью высветления. Бутылочка уже как будто начинает круглиться, более светленькая. Вот. Тем временем у меня здесь что-то высохло такое, то, что нужно. Могу и здесь плечочек чуть-чуть уточнить, маленький. Вот. И все. У меня дальний план уже сделан. Я к нему уже не притрагиваюсь. Потому что если я начну притрагиваться в этот момент к деталям заднего плана, то я буду излишние детали, провоцировать их появление, ненужные детали. А мне нужно, чтобы все было лаконично, без лишних движений, что называется.
И последнее движение, которое, ну, не совсем последнее, конечно, но вот я потихонечку подошел вот к этому чайничку. Он у меня немножко подсох. Теперь я знаю, что у меня уж точно краска не будет сильно расплываться. Я создаю более темные участочки на нем. Углубленница. Ну, углубление. На носике смотрю, где там объемчик у него. На самой вот этой плоскости чайника. Но вот мне главное не перетемнить, чтобы локальный тон у него остался светленький, беленький. То есть я могу затонировать здесь объемчик, да, чтобы он вот у меня появился легонечко такой. И вот он у меня этот чайничек как будто уже и готов, да, живой. То есть особо много движений не нужно делать. Я могу потом посмотреть и какие-то элементы, ну, чтобы они выстрелили на передний план, могу это сделать. Подчеркнуть их. Могу подчеркнуть там где-нибудь, ну, например, вот складочки, да, мне нужно, чтобы они вылезли. Они там вот темненькая есть, складочка, я ее могу вот сюда вот взять там, ну, чтобы она выстрелила чуть-чуть. Вот. Какой-то где-нибудь вот здесь вот слегка подчеркнуть. Ну, может быть, где-то вот тут вот слегка, немножко темненькое. Посмотреть. А но, донышко чайника перекрыто. Ну, донышко чайника, кстати, я вот перекрыт. Я, видите, я чайник-то сделал, а у меня тени от него нету. Я хотела сказать, надо было сначала, том, конечно. Там же у нас драпировка. Да, я могу вот этой тенью падающей, ну, я ее, в принципе, можно ее потом нанести, эту тень. Но здесь мне придется очень аккуратно обходить этот чайник. То есть, если бы я ее сделал сначала, она бы у меня, и потом бы вытер бы этот чайник, она бы у меня села как раз вот, ну, практически идеально. Вот. Ну, там мелкие детальки, всякие носики, еще что-нибудь такое. Вот. И, в принципе, можно уже работу оставлять. Единственное, что я обычно потом что делаю, ну, сейчас вот, думаю, может, я лишнее вот этого делаю. Хотя, в принципе, хочется передний план немножко-немножко усилить. Но здесь главное, ну, без лишних элементов. Вот так вот, чуть его вытащил на нас. Теперь надо дождаться, пока эта работа высохнет, да, подсохнет. Ну, можно феном, на самом деле, ее посушить. И взять остренький ножичек. Вот, и просто остреньким ножичком процарапать в некоторых местах блички, и она сложится очень красиво. А вы вот там царапать?